На подмосковных дорогах ожидается гололедица. Центр организации дорожного движения и ГИБДД рекомендует поторопиться с заменой летней резины на зимнюю. С наступлением холодов автомобилистам также необходимо отбалансировать колеса, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию на дороге. Рекомендуется заполнить бак незамерзайкой и проверить работу тормозных колодок и аккумулятора, который в холодное время может разрядиться. Важно помнить и о наличии в автомобиле аварийно-спасательных средств, огнетушителя, троса и аптечки.